Сейчас вот этой любимке забияки будем примерять обувь. Обуви много. Я заказала несколько видов. Это у нас папа, кстати. Папа будет помогать. Мы примерим 34 размер с артикулом 56-676. Будем стараться. Так, маловато, да? Маловато или нормально? Сейчас. Угу. Пошевели пальцем. Там пальцем пошевели. Не, еще есть запас. Да ты что? Да? Значит, 35-е будут великоваты. На вырост. Угу. Да, да, я думаю, не стоит их возвращать. Растягиваемся. Вика, удобные? Вика, прыг-скок. Отвалился потолок. Удобно? Нравится? Угу. Ну да, вот еще сколько места свободного. Все хорошо. Угу. Понравились, да, Вика? Понравились, да, говорит. Точно такие же 35 размера оставляем на весну. Прям очень даже хорошенькие со всех сторон. Они идут на липучках, как бы вот тут липучки, все, все нравится. Протектор тоже великолепный, поэтому... Ой, да Вика, ну ничего себе ты загибаешься. Поэтому все, не открывая, оставляем на весну. Следующий вот такой вот цвет, 34 размер, артикул 56-68-4. Угу. Ну, давайте будем смотреть цвет ванили. Вот так они, значит, на липучечке открываются. Подъем или взъем, он регулируется. Угу. Ну, слушайте, хорошо. Все, даже ложка не нужна. Все хорошо, сама надевает. Вика, покружись. Ну, как быстро, да? Понравились, Вика, они тебе? Понравились? Ага, ну все. Так, значит, 35-е оставляем на вырос. 567-00. Так, далее будем снимать размер 34. Лофферы для девочек, цвет фуксия. Артикул 55-95. 55-905, скорее, вот так вот нужно сказать. Ну, вот, состав все видите. Ну что ж, поехали. Это не в распакованном виде. Ну, слушайте, отличные, отличные. Размер 34. Мне кажется, подошва как-то вот грубовата. Вика сама надела? Велики, малы. Так, Вика, надевай второй. Надевай второй. Встань, Вика, и покружись. Пальчиком пошевели. Ну, слушайте, да, зря я ей 35-й. Вика, встань на носочки. На носочки встань. Ой, ой. Ну, да, видите, вот грубовато оно. Видите, вот, вот так, если показать. Тут логотипчик ФЛ. Ну, в принципе, нормально. Так, ну из-за того, что подошва, конечно, грубая, 35-й, ей уже 100% значит велик, и я его отправлю на возврат. Следующие у нас идут размер 34, туфли для девочек. Они такие, знаете, бархатные, очень такие хорошенькие. Вика, можешь одевать. Викенька, покружись. Ну, в принципе, неплохо смотрится. И тут у нас тоже чуть-чуть свободно, но это нормально. А тут тебе не давит, Вик? Хорошо, удобно? Я переживаю, лишь бы удобно было. Вика, ну-ка встань на носочки. На носочки. О, вот эти, видите, они удобнее, они мягче. Вика, нравится? Нравятся тебе туфли? Да. Да. Ну, каблучок такой. В принципе, неплохо. И следующий размер 34. Артикул 55-887. Они такие же, только не фуксия уже получается. Так, не как фуксия, а... Черненькие, такие хорошенькие, видите? Посмотрим. Командует уже Виктория Антоновна. Так, надевает сама, хорошо. Отлично, Вика. Угу, покружись. Угу. Ну вот, они ж немножечко великоваты. Вот, Вика, встань на носочки. Видите, встает на носочки, пятка выпадывает. Поэтому эти на вырост оставляем, а 35-й, понятно, что на возврат. 558-97. Отлично. Очень хочет она обратно. Ей они понравились, хочет быть в них. Ух, Вика, еще нам надо мерить. Еще надо мерить. Так, следующие у нас идут 34 размер, 55-914. Вот такие вот красавчики. Ну, мне, в принципе, все нравится. Вика, на, примеряй, красавчики. Примеряй. Так. Вика, покружись. Покружись маме. Попрыгай. А встань на носочки.
Ну вот да, эти лучше, конечно, да. Эти лучше, чем вот те черные. Ну вот эти получаются на возврат. Так, хорошие мои, надо нам вот эти туфли теперь снять. Так, размер 34, артикул 55-95-5. Вот так вот. Ну, давайте будем смотреть. Вика, надевай. Бантик. Бантик-то. Вау, какой бантик. Так, ну-ка. Ну да. Вика, покружись. А теперь попрыгай. А встань на носочки. Ну, вот чуть-чуть же выпадывает, но вот эти отличный вариант. Просто отличный. Мне очень нравится. Следующий 34 размер, 548-02. Вот такие красавчики. Так, Вика одевает, но не одевается. А нет, оделась, застегнулась. Ну, в принципе, давай второй надевай. Смотри, красиво. Только бы дурела. Вот только бы дурела. Вика, пяточку давай вставляй. Вот ей туго, что ли? Походу, подъем не подходит. Так. Нет, слушайте, много места остается еще. Да. Вика, тебе удобно? Вика, покружись. Вик, а попрыгай. Так, а что еще надо поделать? Я забыла. Покружись, побегай. Что еще? А, на носочки. Молодец. Ну, слушай, Вик, удобные? Да, нравится? Да? Нравится? Каблучок хорошенький. Ну, в принципе, можно оставить, я думаю. Следующие лоферы для девочек, размер 34, артикул 558-96, цвет синий. Вот такие вот. Но они прям, знаете, не отличишь, что они синие, они слегка такие. Викуся, на. Скажи, надоели, да, Вик? Идет. Да только бы дурела. Покружись. Да, покружись, попрыгай. Встань на носочки. А, выпадывают, да? Угу. Вот смотрите, вот синие, вот черные. Вот чем отличаются? Вообще практически ничем не отличаются. Так, вот. Ну и вот это тоже получается у нас возврат. Как хорошо, что в компании Faberlic в течение 14 дней можно все вернуть. Вот это вот у нас возврат получается из-за того, что велики. Ой, дуряки. Что еще хочется показать для вас? Шортики можем. Которые они делили с папой. Вот это темно-синее, размер 54, 70, хлопок 30, полиэстер, артикул 534, 360, трикотажные шорты для мужчин. Антох, карманы впереди есть, потом еще есть на ногах карманы, тоже не обманы, а сзади, по-моему, один должен быть карман. Да, один карман с одной стороны, в принципе, все хорошо. Ну что, носи с удовольствием, черных на складе нет, вот остались синие. Хочется показать, что шорты бывают разных цветов. Муж показал, как они смотрятся. И вот такие шорты 52 размера. Я заказала свекру. Свекра нет. Джинсы он примерил. Шорты. Вот шорты мы не успели примерить. Они пришли немножко позже. Вот такая ткань, такие карманы. 52 размер. Цвет у нас хаки. Артикул 534-352. Следующие шорты у нас идут такие вот. Кстати, цвет вообще прикольный, классный. Если свекр приедет, попрошу примерить и покажу вам, как они на свекре. Значит, артикул 534-366. И далее джинсы. Джинсы свекр приехал, они уже давно лежат, забыла про них снять. Ну, как давно? Дней 5 лежат. Светло-голубой, размер 52, состав 78, хлопок 20, полиэстер 2, эластан. Артикул 531-651. Сели отлично, очень понравилось, что высокая посадка. Ремень не будет давить там, где бедра. Они ему слегка длинноваты, но он сказал, что я подгибать не буду. Говорит, все очень даже удобно. Вот так вот ему, скорее всего, надо подогнуть. Можно подшить, в принципе. Ничего страшного. Но он сказал, что его это не беспокоит. Все отлично, все здорово. Так, ну что ж, давайте еще с вами посмотрим то, что я заказала из одежды, из чего Вика выросла. Конечно, все предыдущее успели поносить, но хотелось бы каких-то новинок. Но вот 100% хлопок хорошо носится, колени не вытягиваются. Все идеально. Я заказала, ну, грубо говоря, то же самое, но просто размер 140. 146 нам оказался велик. Помните, в прошлом обзоре я брала костюмчик, он оказался велик. Так вот, сейчас мы с вами будем смотреть трикотажные обтягивающие брюки для девочки. Артикул 532-214, цвет розовый, размер 140. Вот такие вот хорошенькие, тоненькие. Они идут без ворсика, начесика, кто как любит называть. Низ изделия прямо, в принципе, все прям хорошо, все прям великолепно, никаких нареканий нет. Вика успела уронить на себя карандаш. Она захотела в них походить, в них и в розовых туфельках. Весь обзор, который мы с Викой снимали, она наотрез отказалась снимать вот эти розовые туфли. Я понимаю, что спортивные костюмы, туфли это не особо
не особо хорошо, но такое вот бывает. Ребенок не захотел снимать, я говорю, да пусть снимается, ничего страшного. Думаю, что мои дорогие YouTube подписчики поймут, ведь вы поймете, что мы понимаем, что это надо было снимать с кроссовками. Далее, вот такая кофта. Когда вечером прохладно, они возвращаются прямо в леггинсах и сверху надевают кофточку. Шикарная кофточка. Смотрите, какой начесик. Прям все великолепно. Капюшон двойной. А тут все затягивается. Есть антирастяжечка такая. Вот тут небольшая. Низ изделия выполнен в форме резиночки. И низ рукава также в форме резиночки. Так, у нее идет артикул 532-124. 100% хлопок. Футболочка под цвет. Угу. Монолук получается. Очень симпатичная, мягкая, такая хорошенькая. 532-0,80. А, 146, кстати, размер, 100% хлопок. Далее, вот такие брюки. Спортивные штаны-брюки. Давайте посмотрим артикул. Вот внутри они идут, опять-таки, с ворсиком, с начесиком. Но они не плотные, они не будут сильно греть. Размер 140, 532-169. Дальше, вот эта кофта, конечно, очень теплая, чересчур теплая. Я даже думала, может, ее на возврат отправить, но нет. Вика ее прям облюбовала, хочет в ней ходить. И вот сейчас я ее сниму, и она уже просится с папой в магазин в этой кофте. Ну, неужели ребенок начала модничать? Это, кстати, очень здорово для нашего диагноза. Трикотажный жакет, модель блайзер для девочки. Артикул 527-987, цвет мультицвет, размер 146, 95 полиэстер, 5 эластан. Но вот этот 146 размер на нас сел просто великолепно. И это прям, вы знаете, такая уже, можно сказать, сравнима с ветровкой. Поражает качество детской одежды. Фаберлик, мне она очень-очень нравится. Далее, точь-точь такой же, только вот, кстати, цвет очень хорошо передается. Артикул 532-115, толстовка с длинным рукавом. Такой же вот тут и двойной капюшон. И все в порядке, и цвет яркий, классный, прямо красивый. Далее, трикотажные брюки для девочки 532-160. У всех брюк мне нравится вот эта вот толстая такая вот резиночка, прям классная толстая резиночка. Все великолепно. Карманчики тут, кстати, вот такие вот. Одна сторона ровная, другая вот такая. Но это ребенку вообще без разницы, какие там карманы. Футболочка в цвет, чтобы мы модницы были, сковородницы. Футболочка в цвет 532-071, 146-я ростовочка. А леггинсы у нас идут 140-я с артикулом 532-205. Ну вот у леггинсов, видите, 95 хлопок, 5 эластан. Все равно они должны быть более эластичные. Вот то, что широкие везде вот эти вот. Мне очень нравится, что широкие резинки. Далее, вот этот цвет никак не передается. Это очень нежный, клевый, классный, салатный. Но меня смутило, что леггинсы немножечко все-таки вживую, они очень сильно... Ну, не прям так сильно, но в глаза кидается. Как бы я так могу сказать, если присмотреться, в глаза кидается, контраст есть. То есть леггинсы не подходят под сам костюм, они подходят именно под... футболку. Леггинсы с футболкой одинаковый цвет, а костюм немножечко такой более насыщенный, более мятный. И голубым он нисколько, ни капельки не отдает. Я не знаю, почему именно этот цвет моя камера решила сделать голубым. Толстовка 140-я ростовка 532-106. Леггинсы. Так, 140-я ростовка 532-196. Хотя брюками их называют. Странно, конечно, что брюками. Вот, ну это обычные леггинсы из обычной ткани. Так, брюки трикотажные, цвет мятный, размер 140. Но цвет вот реально, девочки, мятный прямо, наимятнейший, честно вам скажу. Цвет прям абсолютно другой, не такой, как камера говорит. Дальше, вот такую футболку взяла под цвет, но не под цвет получилось. 146-я, 532-062. К сожалению, не пришли штаны, не пришла футболка, ничего не пришло, но я решила эту кофту оставить, потому что у нас вот есть такие штаны, с которыми, ну, нечего носить, а в принципе, ну, не знаю, в общем, решила так, что оставлю. Трикотажная толстовка с длинным рукавом для девочки 532-133, светло-фисташковый оттеночек в размере 140. Цвет передается очень хорошо, очень приятный такой фисташковый. Эти брюки я вообще взяла на пробу, не думала, что буду их оставлять, но посмотрите, как они хорошо на Викуське смотрятся. Поэтому я их прям оставила. Брючки такие с лампасами, очень приятные. Мне будет хорошо, они легкие. Можно на колготки надеть, можно просто так носить. В общем, великолепно. Тут нет ни начеса, ни ворса, и ткань. Я не сказала бы, что прям 100% да, тут 68 вискозы, 27 нейлон, 5 эластан, артикул 527-285. Они не чувствуются натуральные, но они очень такие пружинистые. Мне кажется, в них будет очень удобно. Прям очень удобно. От слова очень. Лампасик такой, видите,
блестящий, металлический, и вот такая резиночка вставлена, симпатичная, а тут обычная. То есть тоже что-то дизайнерское придумали. Ну и такое вот платье, прям классное, классное платье. Все великолепно, оно сзади застегивается на замочек, на молнию вернее, артикул 527, 241, размер 146. Села идеально, оно нам невелико, поэтому, на мой взгляд, эти платья все-таки малой мерки, потому что 146, ну вот посмотрите, как смотрится, все отлично. Вот, все здорово, все великолепно. Угу. Ну вот, как-то так, как-то так. А тут я, кстати, заказала себе новое сиденье из луски гречихи. А чем оно мне нравится? Тем, что оно идет, ну тут прям огромный спектр всего. Это и микромассаж, и профилактика целлюлита, и минимальное скольжение, профилактика заболеваний мочеполовой системы и так далее. Вот так вот мы его кладем на свой стул. У меня уже очень старенький, ему несколько лет, размер 40/40, поэтому я решила поменять. Наперник у него 35 хлопок, 65 полиэстер, ПВХ покрытие. Вот, а наполнитель 100% лузга гречихи. Сделано в России, поэтому вот буду носить с превеликим удовольствием. Артикул 113.03. Господи, почему носить? Сидеть. Да, с одной стороны он вот такой гладенький, а с другой стороны вот такой вот пупырка. И там прям гречиха-гречиха внутри. Я чисто на нем не сижу, я все равно во что-то его или вставляю, потому что гречиху сложно высыпать, потом засыпать. Вот, я его не стираю никогда, мне проще вот новый заказать. Приходит в таком обычном пакетике. И еще, я не знаю, сколько этим мешочкам было лет, но они у меня порвались. Это идет мешочек для стирки бюстгальтера с артикулом 110/40. Отличные такие вот мешочки. Даже есть петелька. Не знаю, вот какую функцию тут петелька выполнять. Я так и не поняла, если честно. Может быть, как-то их вместе сцеплять. Но иногда, особенно вот в жару, приходится 2-3 бюстгальтера стирать. И чтобы не было у бюстгальтеров проблем, и сразу запустить 2 или 3. Вот у меня сейчас 2, я еще заказала 2. И я прям сразу 4 бюстгальтера могу запустить в стирку. Особенно вот в жару. Иногда переодеваешь по 3 раза в день. И пока ты по одному в стирку запускаешь, да еще угадываешь по цветам. В общем, таких штук надо иметь побольше в доме, если белье хорошее нижнее. Хорошее, вот буду за ним ухаживать. Взяла еще пару штучек, хотя надо было штук 5, наверное, брать. Ну, вот почему-то 2 взяла. Бежим дальше. Ну, новинок очень много, к сожалению. Я их, кстати, сниму разом в следующем видео. Сейчас я вам хочу сказать, что я еще покупала, нам урвала тональный кушон. Артикул 6170. В прошлом видео показывала. Очень классные наклеечки. Суперские. Просто супер-супер наклейки. Буду уже делать. Вот недавно сделала маникюр, поэтому уже не буду их делать. Шикарные просто наклеечки. Так, артикул 71025, классный. Это тоже не новинка, но я заказала для теней. Я поняла, что вот эти спонжики, они очень хорошо сочетаются с тенями. Прям очень хорошо. Они мягкие, клевые и как раз могут создать эффект вот этого вот металлика. Смотрите, какие хорошенькие, маленькие. 9244 артикул, их тут 5 штучек. И, как вы видите, они прям такие мягкие-мягкие. И вот как раз, когда наносишь тени очень-очень блестящие, то, так, ну это не блестящие, то они втирают как-то так вот века, и получается, видите, такой металлический оттеночек хорошенький. Это у меня тени жемчужные, очень красивые. 68-80. Сейчас еще вот покажу на зеленых, на них видно намного лучше. Вот такие вот зеленые с артикулом 68-83. Вот эту сторону я замарала, но вот этой стороной. Вот здорово, когда вот так набираете, а потом кладете на века. Получается прям такой плотный металлический оттеночек. Очень, видите, красиво светится. Шикарно просто. Мне очень понравился вот этот свежий оттенок. Очень хорошо, что он передается цвет в цвет. Для меня это прям награда какая-то. И у меня еще начал заканчиваться праймер для век. Он обеспечивает и стойкость, и тени не скатываются, усиливает яркость. Он мне очень нравится, но там уже что-то он перестал у меня красить. Ну, понятно, такое огромное количество поездок, что я решила обновить его. И вот когда с праймером наносите, оно немножко по-другому, конечно, играет, более ярко, более прям стойко. И есть огромная разница, в сухое веко мы втираем или нет. Вот этот праймер мне очень понравился. Я его тоже вот 5809 второй раз уже беру. И вот смотрите, давайте сейчас проэкспериментируем пальчиком. Вот он, видите, как плотно берется на палец. И по теням, по этим, он будет
набираться, как будто бы цвет еще круче. Видите? Если просто вот взять без основы и его нанести цвет такой, более такой светлый, ну, видно. Я думаю, видно. Прям вот разница большая. Вот поэтому, конечно, вот с этим с кремом они очень-очень хорошо лежат. Ну, VIP-новинки я вам следующие покажу. Но вот эти вот спонжики мне прям понравились. И они хорошо стираются, кстати. Смотрите, прям какой металл. Хорошенькие, да. Взяла побольше палочек из фиброволокна. Что-то они у нас куда-то деваются. Мы их переставляем вот в эти вот антистрессики. Это у нас диффузоры. Они классные и клевые. Я как увидела, что у нас пойдут ароматы со скидкой, я их, конечно, с удовольствием набрала. Ну, у меня сейчас просто в комнате уже совсем закончился. Вот когда вы открываете... Ой, божественный нежный аромат вот этого антистресса. Видите, я его взяла 3 штучки. Он у меня самый-самый, наверное, любимый из всех. Артикул 10057. Если, допустим, где-то в туалете, маленькое помещение, еще что-то, конечно, 5 штук перебор. Но у меня комната большая, в которой я работаю, я прям все 5 штук и ставлю, и нормально. Ну, запах такой, не слабый. И у меня дверь, в принципе, в комнате всегда открыта, всегда кто-то ходит, и я таким вот образом ставлю 5 штучек. Если где-то в ванной и коридор, я тоже их ставлю по 5 штучек. А где-то вот туалет, там еще что-то, я, конечно, их убираю. Мне что понравилось, они, вот вы знаете, они меняют качество воздуха в комнате абсолютно. Сначала вроде бы их не чувствуешь особо, а потом понимаешь, что качество воздуха изменилось, поменялось, стало лучше, свежее, приятнее, и потом он уже этот аромат раскрывается. То есть, если сначала что-то где-то неприятное было, то аромат начинает раскрываться на следующий день, и не в этот же день. Ну, может, пока палочки наберут, пока там запахи какие-то неприятные уйдут и так далее. Очень хорошо у нас зашло в испаритель для воздуха. У меня есть и диффузор, и испарители, которые я покупала до диффузора. Вот это вот Energy. Очень приятный вкус тоже, классный. Кстати, сочетается с этим вот антистрессом. Приятно прям сочетается. Тут в составе идет лицея, петигрей и мандарин. Заказала пока пару штучек, потому что у меня что-то уже вообще очень много заказов. Ассортимент широкий, заказы огромные. У меня там почти что 800 баллов вышло. Ну, вы представляете? Так, это у нас новинки, которые нужно будет в отдельном видео протестировать. Далее патчи 70% скидкой для VIP-консультантов 0946. Мой бестселлер и must-have. Это я хапнула по распродаже, пока она идет, 90-28. Очень часто в компании Faberlic есть закрытые распродажи для зарегистрированных покупателей. Очень приятно. Дальше набор для маникюра и педикюра 94-94. Я его тоже хапнула по распродаже в запасе. У меня есть, но он такой, знаете, прямо ветхий, такой слабенький, что я уже вот решила заменить. Я пользуюсь вот этой фрезой и вот этой. Очень нравится, безумно нравится в поездках, где-то что-то подровнять, подпилить, прям все великолепно. Так, из неновинок Мурмур, мини-версия, ну это так-то новинка, но не новинка. Был аромат только 50 мл, сейчас появился аромат 30 мл. Мурмур, легкая такая ирисковая водичка, для молодых девчонок очень хорошо подойдет. Прям такая, знаете, ветреная и очень сильно сладкая, прямо очень сильно сладкая, бьющая в нос. А я ей иногда пользуюсь, 4 троечки. Дальше SPF лето. Взяла Викуське 27,81, много очень потратили, поэтому вот взяла один SPF 30. Моющее средство для полов и стен еще не попробовали, поэтому тоже ничего не могу сказать. Будем с ним мыть пол, завтра помою и расскажу. И вот, конечно же, взяли такой вот шейкер. Он тоже шел по распродаже. Вот знаете, не было бы распродажи, я бы его не заказала. Но тут, так как он по распродаже, а мы вечно гостей угощаем нашими коктейлями Wellness, ну как же без этого, мы же сетевики. Бывает такое, что, допустим, на 6 человек по 2 порции на каждого приходится несколько раз наводить. А тут как бы разложил, все водичкой залил, закрутил, по очереди взбил и сразу же одновременно всем сделал. Иногда нужно. Пригождается. Артикул 119-68. Классный шейкер, классный коктейль. Или Wellness. Запасники взяла. Ну, как запасники? В подарки. У меня есть полка с подарками, и я очень часто дарю такие вот классные ароматы. Шершеля Фам я просто вот обожаю, поэтому я его заказываю всегда. Артикул 3160. Я его закажу, мама поедет куда-нибудь на день рождения. Я говорю, от меня подари. Ну, вообще шикарно. Ну, вот, допустим,
А у свекрови я очень мало знаю подруг, я с ними 1-2 раза виделась, и когда она говорит, что она едет на день рождения, ну, мне как-то, вроде бы меня и не позвали, но с пустыми руками как-то вот, ну, говорю, передай привет, вот от меня там подарочек. Или какие-нибудь там пару масочек для лица еще могу положить, да, что-нибудь такое вот собрать, там пару масочек для лица, вот этот кремчик и какой-нибудь, может быть, кремчик или какой-нибудь парфюм, но чтобы обязательно, чтобы запечатанный был, поэтому мне вот очень нравится. Ну что ж, все остальное протестирую, обязательно расскажу в следующем видео.